10! Три, два, один! Игра! Да вы прям красавчики, ребята. Давайте все сюда. Сюда, сюда, дёба. Давай, тебе тут будто щит надо вот так. Все, три стрелка есть, хватит. Нет, последний не идет, надо тут остаться будет. Оп, Танюх, там пацаны. Слышишь? Дружишь, как тебя звать? Дима. Дим, ты, наверное, за щиты не влезешь. Ты тут оставайся, мы прошли из угла их помогали. Подожди, пацан, надо тут и сюда. Сюда пойдем. Ты аккуратней, слышишь, я тебе. Либо подойди, затылок простреляют. Давай. Слышите? Один в окошке, а может как стрелять? Мне надо этот, немножко отвлекаешься. Ты чуть это затылок своими. Я влетел. У них вообще даже в окошке он иногда один гуляет. Все, давай, слышите, знаете, как вот вы чисто втроем, вы чисто вот здесь. Они на вас отвлекаются открытые. Рома, у нас знаешь, как проблема? Сверху тоже закрыть бошку. А нет никого? Ну, тем клочком хотя бы. Димка, смотри. Давай сверху, Димка. Оставайся. Нам надо бросок сделать вот от кустов до дома на угол хотя бы сесть. Давайте, пошли, пошли. Если тут упадем, все, вся черепаха ломается. Давай, только не раскалываемся. Потихоньку. Сказали, я что, с вами или здесь остаюсь? По окнам? С нами. Ты что, с кем мы воевать? Ты в центр вставай, Ром, ты сзади останешься. За мной вот сюда, да, вставай, ты тут закрытый пол. Готов? Прикрывай. Готов? Прикрывай. Только медленно. 10 минут! Так командовать-то проще. А? Говорю, командовать-то проще, вот и стоит там. Здесь вообще не просто. Чего вы? Я там щит уже
преимущество скорпиона портит. Паша, скажи, попас. Пусть сюда. Все, аут, да? Пусть сюда всех тащу. Динка, сейчас, я пойду постреляю с той стороны. Сейчас подойду. Давай, Ром, мы с вами-то не можем уйти. Давай, Лето. Динка, пока сидим. Просто отойти сейчас, пострелять немножко. Давай, только сотка. Вы сюда идите для этого. Дима, а? Зачем стрелять? В смысле зачем? В упор подойдите и держите его там. Да. Вы отсюда и сними. Давай, вперед! Да. Время не трать. А если мы сейчас быстро встанем и прыгнем, куда прям? До угла дома хотя бы. Они будут сейчас стрелять. Ребят, если вы это все синхронно сделаете, прямо одновременно встанете и пройдете вот так, как вы стоите, то вас не вынесут. Только ножки, ручки постреляют. В худшем случае. А как думаешь, куда лучше, на окно встать или на черный? Да лучше на черный. Они-то из дома не выйдут, а с окна пострелять могут. А с черного они перед вами будут. Давай! Сбоку щиты-то не нужны. Что, на счет три давайте, пацаны. Раз, два, три. Чего вы там опять, кого вы ждете? Дядя Ваня не поможет. Давай, встаем, пошли потихоньку. Давай. Вот, молодцы. Бок закрой, закрой бок. Вот. Уходи. Где слева? Да. Пацан, щит большой, бери. Вышел. Выходи. Бросай щит, руку поднимай, выходи. Все. Вот хардкорщики. Ребят, на базу выходим, не туда. Пять минут! Да ты брось щит. Щит, брось руку, подними и все. О, тебе прям почку просадили, да? Ну, Андрюха, туда же целился, куда ну... Нет. Щиты вышли. Блять, по ногам.
там Андрюша, нахуй. За хуяра! Ребят, маски оденьте! Маску одень! Четко сидит.